воскресенье за Чебоксарами будет наблюдать вся Россия. Старт чебоксарского этапа кросса нации 2013 станет сигналом для страны. День бега объединит в спортивном порыве жителей городов и районов республики. Набережная Чебоксарского залива традиционно станет местом официального старта. Желающих присоединиться к легкоатлетам Чувашии с каждым годом становится все больше. В этом году, по подсчетам организаторов, количество участников должно достигнуть уровня прошлого года, а это более 50 тысяч человек. Обращаюсь с традиционной просьбой, пожалуйста, не переводите проведение соревнований, этого мероприятия в формальный разряд, когда детей пригоните, там кто стартовал, кто нет, кто-то пешком прошелся. Сделайте так, чтобы каждый имел возможность пробежать. Еще одно новшество этого года – объединение двух мероприятий – зарядки со звездой и кросса нации. Зарядка начнется в 10 утра, сразу после нее – забеги участников. В программе запланированы дистанции на 1, 4, 6, 8 и 12 километров в зависимости от возраста любителей бега. Мероприятие обещает стать богатым и на именитых спортсменов Чувашии. Среди гостей – многократная чемпионка мира по маунтинбайку Ирина Калентьева. Всем любителям спорта и спортсменам, и начинающим выйти на эти выходные на старт, на кросс нации. Всем удачи, всем здоровья. Присоединиться к кроссу нации может любой желающий. Место встречи – набережная Чебоксарского залива. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.